Военные самолеты приземлились на обычном шоссе под Хабаровском. Экипажи отрабатывали посадку в ходе масштабных учений «Восток-2018». Маневры засняли на видео автомобилисты, стоявшие на трассе. Движение по ней было перекрыто. На кадрах видно, как штурмовик Су-25 и другие самолеты садятся прямо на дорогу, едва не задевая крыльями деревья. Известно, что в учениях участвовали истребители Су-35 и Су-30СМ, а также МиГ-31. Как видно, экипажи успешно справились с задачей.